Всем привет, это видеоурок по трюку Sonic Inverse, вернее Inverse Sonic, правильнее будет называться. Вот так он выглядит. Вот как же он делается. При обычном Sonic мы делали вот такое движение. Тут же наоборот. Вот такое движение. То есть средний палец уходит от вас. Эти также стремятся друг к другу. Начало как при обычном. Но тут они соединяются. Постараюсь медленно. Главное понять. Посоветовать тут, ну, то, что размять палец можно, там как-нибудь вот так. Вот. Ну и вообще разминка очень полезна каждого пальца. Ну и все, в принципе. Всем удачи!